Встречайте весну в «Радуге». Культурно-выставочный центр приглашает в субботу сразу на несколько программ для взрослых и детей. В 13:30 начнется экскурсия по залам центра «Гармония двух начал» о союзах великих мужчин и женщин, оставивших след в истории. В 14:20 детская программа «Где спряталась весна» с интерактивными заданиями для детей от 5 до 12 лет. В 15 часов запланировано выступление хора «Майолика» студентов СамГТУ. Вход свободный. Художественный музей приглашает на лекцию Валерия Бондаренко «Кинематографический образ». Со спецэффектами, сюжетными линиями, актерской игрой порой бывает сложно. Валерий Бондаренко поможет разобраться в непростых тенденциях современного кино. Культуролог и кинокритик-философ с огромным опытом творческой деятельности поделится с вами своим впечатлением от сегодняшнего кино и поможет разложить все по полочкам. В субботу в Меге пройдет бесплатная выставка кошек от приюта для животных «Надежда». Гости смогут погладить, пообниматься и забрать домой понравившегося питомца. В подарок – мешок корма новому хозяину. Все коты и кошки, участвующие в выставке, здоровы, привиты, стерилизованы. Выставка пройдет рядом с ярмаркой, возле главного входа в торговый центр. Если вы просто хотите помочь четвероногим, можете передать нужные вещи для приюта. А это сухой и влажный корм для собак и кошек, ошейники, поводки, игрушки, домики, пеленки, переноски.